Добрый день, сегодня хочу показать, как на тюнер Amiga Micro подключить Wi-Fi адаптер. Значит, я уже пробовал адаптер 7601, не работает, только 5370. Значит, для этого заходим в пункт меню, интернет, вот настройка сети. Здесь мы подключаем сам адаптер, чтобы его активировать. Вот переходим к подключению, он пишет, его находит саму сеть. И здесь набираем красную кнопочку на пульте. Вот у нас выскакивает такая менюшка с требованием пароля. И здесь нам необходимо ввести пароль. Подтверждение, окей. Вот он. Автоматически, чтоб подключался. Ну, вот он написал, что законнектился. Все, всем удачи.